Хотіли поговорити по сесії, яку на сьогодні у Сєвєродонецьку анонсували. Повернувся мер до міста Валентин Казаков, і на сьогодні мала б вона вже відбутися, але не вистачило, тобто не було кворуму депутатів, як ми зрозуміли. Все ж таки, яка була ситуація? Не прийшли, чи прийшли, але не зареєструвалися? Сергію, що все ж таки сьогодні було? Я присутствував на цій сесії, ну, на попитці зібрати сесію, значить, хочу сказать следующее, что в полном составе проигнорировали депутаты оппозиционного блока во главе со своим бывшим секретарем Будком, или кто у них главный, сейчас они, я понимаю, не могут разобраться, кто у них главный, может, потому и не пришли. Но ни один из депутатов не явился. Напомню, что сессия была назначена распоряжением Казакова, мирского головы, в законный срок, на законных основаниях, и целью было сессия – это решение наших городских проблем. Там больше 70 земельных вопросов было. Потом вопросы, которые сами же эти опоблоковцы и инициировали. Это новый регламент им вздумалось в середине нашей каденции вводить. Также они хотели слышать отчет городского головы о проделанной работе и отчет заместителей за 9 месяцев. Почему-то такой новый срок установили за 9 месяцев отчет. Обычно ли год, полгода, но у нас так. И вот теперь они уже не могут собраться для того, чтобы заслушать свои же вопросы. Це якось аргументовано? Тобто вони не знали про те, що буде сесія, як казали минулого разу, що там не попередили, не знали? Я скажу, що організаційний відділ обзвонив всіх депутатів, всім проінформував, сообщив. Я теж сьогодні набрав там більше 10 депутатів, просив їх прийти, просив, об'ясняв, що город не може чекати, нам потрібно вирішити цілий ком, не клубок, а вже цілий огромний шар цих городських проблем. І нам потрібно збирати сесії, ну, кілька разів в тиждень. И Валентин Васильевич Казаков сейчас стоит на тех же позициях. Он готов объявлять сессию через день-два, пускай только депутаты приходят, работают. Но, наверное, это опять неугодно кому-то. И поэтому сегодня в полном составе вся фракция не явилась.